9 декабря Омскому региональному центру спортивной подготовки исполнилось 75 лет. В честь важного события прошел фестиваль спорта, посвященный солидной дате и играм 32-й Олимпиады в Токио. Учреждение было основано в 1946 году, и его достижения росли каждое десятилетие. За три четверти века организация подготовила более 700 высококлассных спортсменов, среди которых чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр мира и Европы. В настоящее время региональный центр объединяет лучших спортсменов и тренеров по 20 видам спорта, в том числе по гребле на байдарках и каноэ, пулевой стрельбе, плаванию, тяжелой и легкой атлетике. Со знаменательной датой работников центра поздравил губернатор Омской области Александр Бурков. Сегодня мы видим, что для победы спортсменов нужно создавать условия. И что приятно, наши тренеры нашего центра как раз умеют создать эти условия для подготовки спортивных звезд, для выведения их на высокие орбиты международных и российских соревнований. И те 9 медалей, которые были завоеваны нашими спортсменами в Токио и попали в копилку российской сборной, это действительно большой вклад благодаря вам, дорогие друзья, дорогие тренеры. Глава региона пожелал спортсменам, тренерам, всем работникам центра терпения и выдержки в достижении новых успехов и вручил награды. Заместитель директора Центра по спортивной работе Ольга Лаптева была удостоена почетной грамоты Министерства спорта России за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. 4 человека отмечены почетными грамотами правительства Омской области, 6 благодарственными письмами губернатора. Я попала в Центр спортивной подготовки, тогда еще назывался ШВСМ, в 2001 году. То есть я тут одна из самых таких коренных жителей. На самом деле очень огромная поддержка, что и раньше была, и на сегодняшний день. И на самом деле слов немного, но хочется пожелать дальнейшего процветания. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что мы имеем возможность выступать, как уже сегодня говорили, на международных российских соревнованиях. Поздравлениям губернатора присоединились заслуженный тренер России Валерий Бачин и Виталина Бацарашкина. Наверное, в любой организации самое главное – это люди. Так что хотелось бы поздравить всех бывших и нынешних сотрудников нашего чудесного учреждения и пожелать всем терпения, здоровья – это самое главное, и дальнейших успехов.